Всем привет! Добро пожаловать на продолжение сборочки по УАЗу от компании Диагостини. И сегодня у нас очередная посылка. И еще 4 новых номера. Напомню, что мы собрали уже с вами 20 номеров. И сегодня у нас 21-й. 22-й, 23-й и 24-й, а также подарочный коллекционный УАЗик в 43-м масштабе. Ну а мы начинаем. 21-й номер. Продолжение подвески. Передняя рессорина. Так что собираем. Аналогично собираем и устанавливаем. В следующем номере я вижу уже колесо. Соответственно, сейчас мы с вами сегодня уже соберем передний мост и переднюю подвеску. По накатанной все собираем. Номер аналогичный, поэтому уже, так сказать, на автомате. Далее втулочка. Следом рессора. Так, готово. Далее снова берем наш УАЗик. И накидываем сюда нашу рессорину. Хотите, сейчас я вам разверну. Вот так положу. В принципе, я думаю, мне будет удобно. И вам смотреть поприятней. Так, готово. И следом собираем амортизатор. Втыкаем сначала стремяночки. Вот так вот. И следующий пункт. Берем амортизатор. Не, ну просто нереально. Друзья, как вы это прикручивали? Так, наживил. Ставлю на бок. Упал. Так, далее пружинка. И амортизатор, кстати. Он не налазит у меня. Неужели они разной стороны сделаны? Не-а. Краска мешает. Друзья, кто смотрит сборку, еще не начинав собирать, не прикручивайте двигатель. Пускай он лежит в сторонке. Нечего его сюда ставить. Потом установится. Очень-очень много все мешает, все отваливается. Вон и рычаги, вот фильтра. Ну, фильтр, конечно, можно. Вот еще вот отломилась тормозная система. Так что поаккуратнее с этим со всем делом. Так, далее. Далее закрепите кардан. И опять же, вот смотрите, чтобы нормально прикрутить вот этот кардан, надо как-то на боку это все делать, потому что и проворачивать надо, и все. Так, болтики ЕП. Кладешь на бок, обязательно что-нибудь да отломится. Кстати, смотрите, кардан
вытаскивается. Можно его собрать и потом туда вставить. Раздатка шевелится немножко. Легко втыкается. И на этом 21 номер закончился. Так, в стороночку. Так, 22. Колесо. Аналогичный номер уже был. Буквально в самом начале. Один из первых номеров. Так что, я думаю, сложности не возникнет. Кипятка у меня нет. Сейчас на батарее погрею немножко. Может быть, станет помягче. А мы с вами давайте соберем пока дальше. Заказал с Алиэкспресса я копийные болтики, которые имитируют, значит, автомобильные прям болты. Чтобы не было этих у нас крестовых, а именно прям будет симпатичная такая головка болтика настоящего. Когда придут, неизвестно. Так что пока что собираем на эти, а потом перекрутим. Далее берем нашу штучку на мосту. Так. Прикладываем. И прикручиваем. Так, прикрутили. Получается, вот туда просунули, поставили и колесом потом притягиваем. Понадобится шайбочка проставочная и один болтик. И все. С наконечником. 22 номер собран. Осталось колесо размягчить и одеть. Угу. Еще немножечко погреем. А пока греется, вскроем 23 номер. Так, здесь у нас задний мост. Ух ты! Фольгированная, но не самоклеющаяся. Вот такая. Та-дам! Снова постер. Так, ну тут, наверное, по аналогии соединяем. Скручиваем. Так, прикрутили наконечник. Так, прикручиваем наконечник вот сюда, к мосту, болтиком GM. Далее бобышку болтиком ПМ. Ну и как вы успели догадаться, все, 23 номер собран. Так, о, колесико отогрелось и само легко оделось. Так, прикручиваем на место. Поставили. Взяли болтик. На него шайбочку. Все. Чик. Готово. Ездит. Ну, подвески. Подвески нет. Вот, ребят, подвески просто нет. Так, 24 номер. И это крайний номер в этой посылке.
Так, ну что, собираем две половиночки, болтики ПМ, амортизатор наконечник. В мост болтик GM, заглушечка. Далее два моста в кучу. Так, опять же, болтики ПМ. Угу. Скрутили. Получаем вот такой мост. И что у нас дальше? Скручиваем, значит, скорее всего, кардан. Номер наш заканчивается. Возможно, можно еще кардан прикрутить. Но я думаю, что не будем спешить, так как мало ли что еще куда будет двигаться. Хотя он же у нас вытаскивается. Ну ладно. Чтобы не путаться, будем собирать по шагам. Ну все. Очередная посылочка собрана. УАЗик наш преображается. Ну и ждем следующую посылку. Всем спасибо за просмотр. Пока.